Ну, сейчас от космической электронной музыки к живой вокальной. Человек, который пришел к нам сегодня в гости, голосом может сделать, не побоюсь этого слова, гораздо круче, чем группа «Зодиак». Это молодая талантливая певица, установившая рекорд среди профессиональных вокалистов страны в номинации «Самый высокий женский голос». Мы приветствуем здесь Светлану Феодулову. Доброе утро. Ну, Светлана, давайте прежде, чем начать нашу беседу, мы покажем зрителям все, что вы умеете. У нас есть небольшой фрагмент выступления в программе «Голос». Но это практически ультразвук. Светлана, скажите, как фиксируются голосовые рекорды? Ну, это все вычисляется в герцах, ну, записывается все специальным оборудованием, собирается большая комиссия, вот, независимые свидетели. На самом деле огромная процедура, об этом можно рассказывать часами. И сколько в герцах, простите? Ой, я не помню, 14 тысяч, чем-то там какой-то, я не помню. А с чем сравнима эта цифра? Но это как? Это если смотреть на фортепиано, то это до четвертой октавы. Четвертая октава. Ну, вот в запасе у меня еще 4 нотки, так что, может быть, когда-нибудь. А вот самая высокая колоратурная сопрано — это статус российского рекорда, я правильно понимаю? Нет, мирового тоже. То есть мы подавали и в Книгу рекордов России, и также одновременно в Книгу рекордов Гиннесса. То есть вы одновременно лидируете и в мире? Ну, как бы пока. Колоратурная сопрано для несведущих в музыке — что это? Вот если объяснять человеческим языком. Вообще, в принципе, сама колоратура — это украшение. Может быть, сегодня даже для утренних зрителей я продемонстрирую попозже. Вам нужно, чтобы проснулся голос. Голос просыпается ведь не за 5 минут. Не за 5 минут, но он меня сегодня как не засыпал, поэтому я думаю, что сегодня смогу что-то продемонстрировать. Нам повезло. Почему говорят колоратура птичьей трели? Потому что колоратура — это украшение, это подвижность голоса. А сопрано — это подразумевает, что высокая колоратура, высокий подвижный голос. Потому что колоратурный бывает и бас, между прочим, в мужских голосах. Это подвижный голос, в мужском голосе низкий. Так что вот колоратурная сопрано — высокий подвижный голос, который может выпивать. Скажите, вот эти все украшения. Вы вот сказали, что есть бас. Вот вдруг Алексей захочет научиться. Где вообще учат таким вот колоратурным изыском? Все, что колоратура, это, наверное, все-таки не ко мне. Ну, как в академиях, в училищах, в детстве, в музыкальных школах. То есть это педагоги, это академический вокал. Если колоратурное сопрано, вы хотите научиться колоратурному пению, то это академический вокал. А как вы поняли, в каком возрасте вы поняли, что у вас есть какие-то способности? Там же сверх? Есть у людей такое понятие, как ломка голоса. Да. У мальчика мутация. Точно есть, у девочек, наверное, тоже. То же самое есть, да. Только она не так заметна, а у меня была очень заметна. То есть у меня прям ломался голос. И несколько нот в среднем регистре я не могла петь. Поэтому подождите, вот, в среднем не могли, а в каком могли? Могла вверху петь. Вверху с детства как были ноты, так до сих пор они остались. А в нижнем тоже вот как бы было все удобно. А вот середина ломалась очень сильно и прям вот никак не справлялась с этими нотами. И если обычно мутация длится 1-2 года, то плюс-минус, да, там может быть у кого-то 3, у меня мутация длилась почти 5-6 лет. То есть вот это как раз специфика колоратуры, что голос формируется очень долго идет мутация, и более того, она еще проходит неправильно, нестандартно, и вот очень важно наблюдаться у хорошего врача и фониатора. Это врач, а еще, наверное, нужно наблюдаться у какого-то вокалиста? Педагога, да? Обязательно, да, обязательно, который будет тоже смотреть, как все это проходит, и помогать справляться с этим. Потому что, ну, сложно, у тебя голос ломается, все меняется, и очень важно им научиться управлять заново, можно так сказать. Вот говорят, что педагог — это 50% успеха. Вам повезло с педагогами? Это 100% успеха. Это 100%? Да. Ну как, не 100%, 70%. Очень важно находиться под наблюдением педагога. Мне очень повезло. У меня было много педагогов из разных стран. И они даже объединились, между собой общались. Объединенные общей целью — сделать колоратурное сопрано вот в мире. Потому что так вот получилось, то, что услышали этот голос. И вот меня вели, мне очень повезло с педагогами. А как вы попали в Италию, к итальянским педагогам?
Попала через фестиваль, я поехала туда. Вернее, сначала американский педагог меня прослушал в России на мастер-классе. Сразу связался со своими знакомыми итальянскими педагогами. Буквально уже через месяц я пела на фестивале. Вот, он как бы вот меня туда привез и показал всем своим знакомым педагогам, профессорам. Ну и потом вот я туда уже попала. Скажите, а методика преподавания, она разная там в Италии и в России? У нас ведь тоже все не очень так плохо, скажем так. Конечно. Ну, где-то разные, где-то одинаковые, потому что, в принципе, принципы, они одинаковые. Конечно, где-то что-то отличается. Но вообще общая система Бельканто сейчас вот самая такая лучшая школа, поэтому и в России преподают по этой системе. А в чем особенность этой школы? Легкость пения, чтобы было воздушное пение, легкое, подвижное. Ну как, там много особенностей на самом деле, если говорить профессиональным языком. Я сейчас с утра зрителей, наверное, немножко так. Светлана, а вы какую-то музыку слушаете, не классическую? Конечно. А какую? Ой, разную, всю в мире музыку слушаю, мне очень нравится. Я вот наслаждение получаю от всего. Даже вот прихожу в лес, и пение птиц для меня тоже определенным образом это музыка. Я люблю разные направления, в том числе и поп-направление. Ну, как, по настроению. Ну, кого конкретно? Бритни вот, Спирс. Вот лично я буду ждать от вас хард-рок. Вот именно в вашем исполнении с такими-то нотами. Да, я попробую. Поэкспериментирую специально для вас. Вы говорили о фестивалях, которые сыграли большую роль в вашей жизни. А телевидение какую роль сыграло? Ну вот проект «Голос» непосредственно сыграл огромную роль. То есть это огромный скачок в моей карьере, это вот огромный шаг, это огромный скачок также в моем самоутверждении. Вот, потому что я как-то вот почувствовала себя, действительно, свою какую-то тоже вот определенную значимость, наверное, ячейку в обществе. Вот. Поняла, что я смогу что-то сделать. Мне хотелось вот как-то найти свою публику. Мне помогло телевидение. Одна из ваших вообще задач на сегодняшний день — это, наверное, беречь голос всеми возможными способами. Это сложно? Конечно, сложно. Это определенный образ жизни. Знаете, я даже иногда задумываюсь, что не голос есть у меня, а я есть у голоса. То есть, конечно, я за ним очень слежу. Это голосовые режимы, это вот режимы молчания. Это определенные тоже, ну, как и в виде спорта, и на холоде нельзя долго находиться. То есть, ну, много ограничений в жизни. Но я не жалуюсь, потому что, когда ты знаешь, ради какой-то цели, когда ты делаешь это с любовью, и видишь результат, самое главное, это приносит даже какое-то удовольствие. Светлана, я знаю небольшой секрет. Вы уже сказали, что голос должен просыпаться, но мне кажется, что вы сегодня практически-то и не спали, придя к нам с утра на программу. Может быть, вы нам исполните что-то, и голос не нужно будет долго пробуждать. Может быть, он уже готов? Если есть что-то из весеннего репертуара, то, пожалуйста, сделайте это для нас. С удовольствием. Я как раз говорила о том, что колоратура это очень хорошо подражает птичек. Так вот, есть замечательное произведение Сен-Санса, которые можно исполнять без аккомпанемента, я исполню маленький фрагментик. Это потрясающе. Соловьи-то отдыхают просто. Я понимаю. Конкуренция. Можно записывать и ставить на будильник практически, чтобы вся страна просыпалась. А у вас хватает время все-таки на личную жизнь? Вы говорили, что есть режимы молчания. Вот как близкие относятся к этому? Ой, близкие относятся, слава богу, с пониманием. Вот. И даже... Кивните, если вы поняли вопрос, да? Да, и даже наоборот, когда мне очень хочется поговорить, я вообще люблю разговаривать, рассказывать что-то, и для меня это очень сложно, то мне наоборот, даже мама там или вот муж тоже могут сказать: так, Свет, у тебя режим молчания, давай-ка. Вот. А что вы делаете вот это вот все время, 3 дня без слов? Молчу, отдыхаю, действительно молчу, не разговариваю. Ну, могу слушать каких-то певцов, чтобы настраиваться именно на вокальный режим. То есть, как бы вот так. Нет, конечно же, я разговариваю по телефону в самых таких, ну, неотложных случаях, если там позвонили, срочный звонок, но недолго. Вот. И, как правило, всегда сталкиваюсь с пониманием, я объясняю: извините, у меня режим молчания, не могу долго говорить, и как-то вот мне все идут на уступки. Я ни разу еще не сталкивалась с каким-то там... Большое вам спасибо. Это был самый высокий женский голос и его прекрасная обладательница Светлана Феодулова. Вы смотрите «Утро» на Life News. Мы продолжаем. Просыпайтесь.